Всем привет! Сегодня я представляю вам Chevrolet Cruze 2014 года выпуска, комплектация LT. Выражаю благодарность автосалону Регион Авто 1 за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Выкидной ключ. Закрыть и открыть. Давайте начнем. Двухцветный тканевый салон. Здесь установлено 8 подушек безопасности. Трехспицевый кожаный мультируль, упоры для больших пальцев, пластиковые вставки под светлый металл. Здесь установлена пятиступенчатая механика. Нажимаете на сцепление. Оптитронные приборы. Здесь установлен гидроусилитель руля. Очень легкий руль. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. И имеет технические регулировки и большие углы хода. Так что удобное положение вы сразу для себя подберете. Сейчас давайте включим фары, противотуманные фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, как обычно, аварийную сигнализацию. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Хромированные ручки. Рычаг находится вот здесь. Вещевой отсек для водителя. Регулирование угла наклона фар и регулирование яркости подсветки приборов. Огромные фонари.
противотуманный фонарь, подсветка номерных знаков, проушина для буксировки, штампованные диски 15 дюймов, размер шин 25 на 65. Диодный указатель поворота, встроенный в наружные зеркала заднего вида. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей. Здесь установлены галогеновые фары. К сожалению, нет линзованной оптики. Галогеновые противотуманки. Хромированная окантовка. Хромированные вставки на радиаторной решетке, проушина для буксировки, что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск топлива, расположение клапанов распредвала, верхнеклапанный с двумя распределительными валами, соответствие экологическим требованиям Евро 5, расположение двигателя переднее, поперечное. Самый доступный двигатель объем 1.6, мощность 109 лошадиных сил и самый мощный 2 литра 163 лошадиные силы. Здесь установлен двигатель 1.8, 141 лошадиная сила, крутящий момент 176 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 200 км в час, динамик разгона от 0 до 100 км в час за 9.8, расход топлива в городском цикле это 8.7 на 100 км, в загородном цикле 5.3. Объем топливного бака составляет 60 литров. Привод передний, дорожный просвет 156 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески полунезависимая, пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые, вентилируемые. Задние тормоза дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1380 кг, полная масса 1840 кг. Объем багажного отделения составляет 450 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 885 литров.
Длина данного автомобиля составляет 4597 мм, ширина 1788 мм, высота 1477 мм и колесная база 2685 мм. Сборка данной модели осуществляется в России и в Южной Корее. Гарантия производителя 3 года или 100 тысяч километров пробега. Основные конкуренты этого автомобиля – это Citroёn C4, Toyota Auris, Mitsubishi Lancer, Nissan Tiida, Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Ceed, Volkswagen Golf, Opel Astra и Mazda 3. Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Двухцветные панели дверей. Вещевой отсек, динамики аудиосистемы. Рекомендации по давлению в шинах. Здесь водительское сиденье, механические регулировки по высоте, спинка сиденья, продольные регулировки. Сиденье удобный профиль, износоустойчивый материал, регулируемые подложники, ремни безопасности. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Они огромные, все зоны хорошо просматриваются. Электростеклоподъемники, сейчас они примерзли. Блокировка стекол задних, чтобы дети не играли. Тканевые вставки, видите, они гармонично вписываются в интерьер автомобиля. Хромированная окантовка, как видите, очень красиво смотрится. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель.
Очень даже неплохо звучит. На холостых оборотах его практически не слышно. Никаких вибраций в салон не проникает. Управление светом, поворотниками, управление бортовым компьютером, управление стеклоочистителями, в том числе задним. Одометр. Здесь расход топлива. Сколько осталось до заправки, до пустого бака. Средний расход, сейчас он неправильный. До этого был текущий расход. В общем, вся необходимая техническая информация для водителя. Все приборы легко считываются. Здесь управление аудиосистемой. Аудиосистема 6 динамиков. Отображаются цифровые часы, температура за бортом, дата, включение, отключение. Здесь звук. На руле, соответственно, звук. Прибавить, убавить. Переключение между различными станциями. Как видите, различные режимы. Здесь управление телефоном и отключение звука. Для штатной аудиосистемы довольно неплохое звучание. Здесь вещевой отсек, входы iPod для подключения iPod, вход AUX, USB. В отделке применяется двухцветный пластик. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на очень хорошем уровне, несмотря на то, что применяется твердый пластик. Он не гремит, не брякает, не бренчит. На хорошем уровне качество отделочных материалов. Аудиосистема CD. Здесь поиск станций. FM-меню, станции, категории, обновление, кнопка назад. Здесь управление телефоном, отключение звука, настройка звука. Это низкие и высокие частоты, средние частоты, как видите. Микшер, баланс, настройка эквалайзера, кантри, классика, рок, поп и так далее. Конфигурация — это язык,
Здесь, я думаю, все понятно. Время и дата. Настройки. Время, дата. Формат времени. Настройка радио. Различные опции. Автоматический выбор громкости и так далее. Настройка Bluetooth. Настройка основных систем автомобиля. Это выбор условий комфорта. Громкость сигналов. Высокий обычный режим. Рассеянное наружное освещение. 30 секунд, 1 минута, 2 минуты. Можно настроить все. Дополнительное закрытие дверей. Здесь, я думаю, все понятно. Сброс на заводские настройки. Вот, пожалуй, основные функции для этой мультимедиа. Все очень легко использовать. Здесь центральный замок. Индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира. Здесь установлен кондиционер, температура. Все переключатели, они прорезинены, как видите, температура, регулировка потока воздуха. Различные зоны, передний и задний обогрев стекол, кондиционер, рециркуляция. Здесь установлен подогрев сидений, как для водителя, так и для пассажира. Три ступеньки, высокая, средняя, низкая, включение. Вещевой отсек для мелочевки. Ступенчатая механика, сам селектор в кожаной оплетке, хромированные вставки, легкий рычаг, небольшие ходы, кстати, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, тянете за кольцо, включаете заднюю передачу. Ручник. Очень легкий. Здесь розетка. Стаканники регулируются. Центральный подлокотник кожаный. Вещевой отсек. Салонное зеркало заднего вида. Без автозатемнения. Держатель для карт. Макияжные зеркала. Они без подсветки. Контейнер для очков. Он обит тканью. Микрофон для hands-free. Штурманский свет. Подсветка. Предупреждение. У этого автомобиля неплохая обзорность, удобные кресла. На самом деле сложно к чему-то придраться.
Передние стекла здесь полностью автоматические. Одно касание опускается, поднимается. Задние стекла автоматически опускаются вниз. Они опускаются до конца. Чтобы их поднять, необходимо удерживать. И, кстати, по сиденьям мне очень понравилось, как они отодвигаются назад практически до конца. На таких салазках, как видите, вот так они отодвигаются. Рослым водителям и рослым пассажирам это определенно понравится. Я считаю, что салон оформлен отлично. Очень богато смотрится. В прямом росте 188 сантиметров. Я с первого раза здесь разместился. С большим запасом для ног. И, безусловно, мне понравился вот этот трехспицевый пухлый руль в кожаной оплетке. Очень приятно держать. Удобный хват. И, кстати, по шумоизоляции она тоже на очень высоком уровне здесь. Вот еще один интересный нюанс. Если вы выключаете двигатель, аудиосистема работает. Когда вы открываете дверь, она автоматически выключается. Сейчас я это вам покажу. Смотрите, открываете дверь, и она автоматически глохнет. Такая удобная вещь. Сейчас давайте переместимся на второй ряд сидений. Немного отодвину вперед сиденье. Вот так бы я сел, если бы я сел сам за собой. Здесь установлен детский замок, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Цветные панели дверей, тканевые вставки также, электростеклоподъемник, вещевой отсек, динамики аудиосистемы. Второе сиденье складывается, спинки в соотношении 60-40. И также он оснащен системой Sofix для крепления детских удерживающих кресел. При моем росте 188 сантиметров, очень удобная посадка на второй ряд сидений. Кстати, здесь установлен хороший уплотнитель, двери плотно закрываются. С каким звуком? Вещевой карман. Небольшой центральный тоннель. Здесь находится розетка. К сожалению, нет подстаканников или пепельницы. Выкидной центральный подлокотник, мягкий. Два подстаканника. Регулируемые подголовники. Если честно, обзорность назад не очень хорошая.
вешалка здесь находится, подсветка салона. Приятно оформленный интерьер Chevrolet. Очень стильный, я считаю. Сейчас я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. И крышка здесь высоко поднимается. Розетка. Крючки для крепления сетки. Запаска. Домкрат, инструменты, небольшой багажник, здесь удобная ручка, удобный хват. Собака, держатель для крышки, здесь такие же регулировки, за исключением регулировки по высоте. Вещевой отсек. Принудительно вы можете закрыть бардачок, он очень вместительный, с подсветкой. На этом обзор Chevrolet Cruze 2014 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.